Очередная задачка передо мной стоит — доехать до Кале. Ведущий мне прокладывает дорогу, вот 656 километров по Сиджику. Но он через 61-ю трассу прокладывает. А она там перекрыта в двух местах. Вот. То есть я упрусь, грубо говоря, в кирпич. Сиджик что не видит пробок. Айга мне дает маршрут немножко другой, так же как и недавно ехал. В принципе, на дорогу-то у меня уже знакомая. С 61-й можно свернуть на десятку. Сюда вот. Пятидесятка получается. Да, полтинник. Хорошая дорога такая, классная, двухполоска. Потом вот здесь 327-я, там сужение на 50Н. Тут немножко тоже узко, узковатенько будет. Но потом она нормально идет, тоже по две полосы в каждую сторону. И уже тут 60-я идет, уже можно нормально, хорошо идти. И заходим в Бельгию по Е42, А27. Ну, также я ехал вот, буквально позавчера. На А3 выходим около Льежа. Можно вот так ехать. А мне дает через вот здесь вот ехать. Вот. Вот тут вот, почти 44-ю. И через четверку, блин. А там, короче, засада полная. Идет Кёльн. Керпен. Вот около Керпена. Вот здесь перекрыта 61-я дорога. Скорее всего, я могу так, буду уходить где-то раньше, что ли. Вот на 565-ю, может быть. Ну тут вообще жопа, там пробки одни вечные. И вот здесь вот на четверке около Кёльна. Не знаю, блин, вот если бы я сам проложил, я бы поехал ниже чуть-чуть, взял бы, ниже. Не как вот здесь. Кобленц, блин, нафиг нет, Кобленц нужен. Вот, Кёльн, Бон, 61-я, сюда. И вот, ну здесь закрыта она. Короче, блин. Вот сюда на четверку. Четверка, четверка тоже, блин. И уходим вот сюда, на два даже, Генк. О, так у меня вообще Генк. Ха-ха. Через Генк идет. Еще выше даже. Не знаю, я по-другому немножко поехал. Так, а что это? Главное, чтобы... Ага, не цепляем, ладно. Короче, маршрут не очень хороший, скажем так. Можно было бы по-другому немножко ехать. Такие пирожки у нас не очень вкусные. Туманная Германия. Еду в сторону Бельгии. Скоро Бельгия будет. Ну, еще 82 километра, правда? А я спускаюсь в туман. Вот такая вот тут картина красивая. Там не видно, жалко. Что там такое? Ой, красотища. Ой-ой-ой. Здорово. 20 тонн на борту. Эко-режим. Скорость 41. Я ползу в горку. В Бельгии. Это эко-режим так действует. И такой геморрой, блин, каждая горка, ёлы, 44, 9-я скорость. Каждую горку вот так приходится заезжать, ё-моё. Хочется тапок в пол и вперед, но это же эко-режим, блин, это же пережог будет, это же деньги снимут. Эх, 44, да. Бельгийцы вообще молодцы, ребята. Закрыли паркинг для грузовиков около заправки. Все, он закрыт у них. Место дофигища, а встать негде. Ищите, ребята, парковку где хотите. Красавцы. А вот это вот колхозный проезд у них такой с заправки. То, что вот это огорожено, получается, да, этими блоками бетонными. И вот этот въезд. Вот сюда грузовики въезжают, чтобы выехать туда, дальше на трассу. Я сначала тоже
остановился посмотреть, что это такое. Не понял. Но мне там коллега подсказал, что там выезжают. И сейчас тоже другой товарищ какой-то остановился такой, на меня смотрит. Я говорю, можно, можно туда проехать. Да, вот туда. Ой, бельгийцы такие затейники. Во Франции дует ветер. Но солнышко немножко греет. Плюс 12 у меня показывает на моем мониторчике. На панели приборов. Нормально.